Привет, друзья! Вы на канале Anur Life. Освобождаю место в ноутбуке HP. Вот у меня тут столько мусоров собралось за месяц. По одному удаляю. Я сперва всех попробовал удалить. Но ноутбук сказал: нет, дофига у тебя мусоров в корзине. Поэтому сейчас я в корзину, вот корзину залез, удалил. И потихонечку удаляю всех. Вот. Windows удалил. Вот. Вышел. Сейчас. Так, файл отчетов. Очистка. Вот. 3 гигабайта мусора тут. Нажимаем на очистку. Таким образом, по одному выбираю, галочки ставлю и удаляю по одному. Всех сразу пробовал. Говорю же, вот. Ноутбук говорит: нет. Очень много мусора будет. Давай по одному. Вот, теперь по одному освобождаю место на диске. Удаление временных файлов сейчас происходит. Хотел обновить свой Windows 10, а тут сообщение вышло: освободи место на диске. Если это я сейчас не очищу, то Windows 10 я не смогу обновить. Такие дела. Сейчас закончу, потом покажу. Вот, нажал сюда. Файлы оптимизации доставки. Вот это следующий. Этих уже почистил. Все. Вот эта автоматизация. Сколько тут было? Сейчас не... 7 было. 7. 7 гигабайт было. Вот, по нулям стало. Выбираем. Очистка, обновление Windows. Галочку поставил. Нажимаю удалить. Процесс идет. Очистка, обновление Windows. Очень долго, потому что 3 гигабайта мусора собралось. Представляете, друзья, сколько тут мусора было. Очищаем файл для отчетов об ошибке Windows, создаваемый системный. Все очистил. Очистка идет. Следующий. Все очистился. По нулям. Все, друзья. Я почистил. Освободил место на диске. Вот. Теперь буду перезагружать и дальше работать в ноутбуке своем. А вам спасибо за то, что посмотрели. Всем пока.